Για τι δεν έρχεσαι μονάχη να με βρεις και στείλεις άλλους και μου λένε τα αντίθετα. Εσύ μου το ρίγες να νύχτα πριν χαθείς, ότι θα έρθω με τα έδια τα επίθετα. Θάρρος πρέπει να έχεις, θάρρος, για να δεις μπροστά μου τώρα να τα δεις. Θάρρος πρέπει να έχεις, θάρρος, και τα σφάλματα σου να παραδεχτείς. Γιατί δεν έρχεσαι μονάχη να με βρεις και στέλνεις άλλους που μπερδεύουνε τα πράγματα. Κι ούτε θα πάρουνε τον δρόμο χωριστά, που χωρίς μου δεν τα γιατρεύουνε τα τραύματα. Έλα. Θάρρος πρέπει να έχεις, θάρρος, για να δεις μπροστά μου τώρα να τα δεις. Θάρρος πρέπει να έχεις, θάρρος, και τα σφάλματα σου να παραδεχτείς. Θάρρος πρέπει να έχεις, θάρρος, και να δεις μπροστά μου τώρα να τα δεις. Θάρρος πρέπει να έχεις, θάρρος, και τα σφάλματα σου να παραδεχτείς. Браво, браво! Скорее приглашаем вас на наш диван, друзья. Ну, как и обещали, сегодня у нас в гостях Михайлис Минчакис, автор и исполнитель. Еще раз огромное вам спасибо, что вы нашли возможность. Эта же песня была вот на греческом языке. Да, на греческом. Вы периодически посматривали на Юлю, о чем эта песня? Да, Ямур, какое мужество! Нужно любить тебя, говорится в этой песне. Ты невозможно. Это про меня, это да. Ты невозможно. Это просто с ума сойти. Он говорит, что Фарус, Рэби Нахистар, это сколько можно терпеть? Ну, я терплю. Спасибо вам за то, что этим утром с нами. Слушайте, ну, все заметили, что вы, ну, прекрасны. Откровенно сказать, в форме находитесь. Нет, это к Юле, к Юле. Дело в том, что почему все? По окончании школы вы имели 3 спортивных разряда. По волейболу, футболу, настольному теннису. Там еще был пояс по карате. Да. А сейчас вы чем занимаетесь? Мое увлечение в последнее время с 8-го года горные лыжи. Ух ты! Да. Ничего себе! Здорово! Да. Я просто представил, как вы одновременно спускаетесь на лыжах и поете, и вызывая лавину аплодисментов. И такое бывает. Вы знаете, я испытываю такой восторг, когда попадаю на склон. И склон мне даже летом снится, вот эти горнолыжные склоны, я присел на этот спорт. Оторваться это просто, это невозможно, 3 в 1. И когда попадаю на горы, мне хочется упасть на колени, целовать снег, склон. Там, ну, вообще меня это так... Вдохновляет вас. Да, и поэтому я пою иногда, почему нет, в горах я пою. Но вы поете на русском, на греческом. А на ваш взгляд, какой язык более мелодичный? Вы знаете, если хорошие исполнители, если у меня очень много... моих любимых исполнителей в России, еще Советского Союза. Ребята поют так, такая манера исполнения, что русский язык, наверное, он не превзойден, если хороший исполнитель. Угу. Ну, конечно, если это у нас, если стихи читаются под музыку, да? Ну, как у нас много, как, хип-хоп, рэп. Ну, да. Стихи под музыку, да. Вокала я не понимаю, и это, к сожалению, может, я уже устарел, не знаю. Но мне больше нравятся действительно исполнители. У греков очень много хороших певцов, это тоже мелодично. Кстати, греческий и русский язык очень похожи. Те же падежи, только в греческом, в современном, в понтийском есть, в современном нет буквы «Ш». А также все почти то же самое. Вообще греческий язык, такой его можно понять. Например, если сегодня утром я скажу... ну, как можно сказать? Хроня пола, хроня пола сас. Много здоровья вам, много лет жизни. Хроня пола, хронос, время. Хронометр, да? Пола, поли, полимеры. Поле это много. Много, много.
Много времени. Но если дословно переводить, а на самом деле понять можно и перевести. Ну вот много вы принесли сюда, в студию. Это и диски, конечно, ваши музыкальные. И какие-то даже фото и награды. Вот. Насколько мы знаем, вы посвятили одну из своих песен нашей спортсменке легендарной Елене Чинбаевой. Можно начинать хвастаться, да? Конечно, нужно, нужно. Вы близко знакомы. Да, да. Я скажу так. Дело в том, что я-то сам родился и вырос в Красноярском крае. Я понтийский грек, хотя мои предки из Италии. Ну, немножечко тут не сходно, но это потом как-нибудь. А уехал я в Москву, в Греции я тоже пожил, но очень немного, и это совсем другое. Но я люблю очень Москву. Я там прожил 25 лет. Вот сейчас я переехал сюда. И, конечно же, я за творчеством Лены следил очень давно, за успехами. Я был в Афинах. На ее прыжке, когда она стала олимпийской чемпионкой, поехал туда, она завоевала. Потом я был в Пекине, полетел специально на стадион, вот «Ласточкино гнездо», когда она прыгала. А вот в Лондон я уже не полетел. Но вы посвятили ей песню. Да, песню. А вы посвятили песню вашему другу, мы знаем. А вот вам кто-нибудь посвящал, может быть, стихи, песни, может вот быть, такое? Может быть, подарили что-то. Вы знаете, очень много посвящали. Ну, вы знаете, как-то это все так, это много было, поэтому я не помню. Ну ладно. А нам можете подарить сейчас еще вашу композицию? Если вы захотите, сколько угодно. Да, мы хотим хотя бы одну еще. С удовольствием, давайте еще раз. Я могу прокомментировать, я хочу спеть одну песню, называется песня о старом греке Зорбасе. Я хочу немножечко прокомментировать, буквально секундочку. Дело в том, что понтийские греки, вы знаете, первые поселения были 3000 лет назад на это побережье, и в Крым в первую очередь там они. И уже когда получилось, когда начали эмигрировать, большинство греков начали эмигрировать с 90-х годов, а ведь старики, взрослые люди, которые сражались и воевали, прошли и 45-й год, и войну, и много-много сделали для страны, и выращивают виноградники у нас на побережье, вы знаете, и Витязева, и Новороссийск, и Геленджик, сколько там всего. А дети встают и уезжают. А вот он остается, вот старик остался. И я спрашиваю в песне, а где твоя родина? То есть я пою вообще-то, единственный певец, можно хвастаться, вы говорили, и композитор, и который поет и пишет о наших понтийских греках в стране, в российской. И это надо помнить, конечно. И я спрашиваю, а где твоя родина, Зорба? Зорбас – это как нарицательное имя, ну типа это Иван, возьмем так. Здесь у тебя родина? Или там историческая, или этническая? Где она, твоя родина? Хроня пола. Язык музыки сейчас расскажет нам эту историю. Да, и там есть слово такое, хроня пола. Много лет жизни тебе, Зорбас. Ну вот как бы так. Просим, ну что ж, просим. Еще раз просим. Летят года, уже седая борода. И пусть недолог жизни век, не унывает старый грек. Ты помнишь время, как любил, и как по родине грустил. Зори не сходили с рук, зато растет в достатке внук.